поменяли все планы для того, чтобы до Азовки поехать. Поехали! В рамках работы над проектом, когда мы ведем съемку в зоне боевых действий, военнослужащие не только нас защищают, отвечают за нашу безопасность, но и всегда организовывают и теплый прием. И накормят, и обогреют, и чаем напоят. Поэтому уже неудобно к ним приезжать с пустыми руками. Стараемся тоже что-то с собой привозить. Скоро пойдет второй год реализации нашей социальной акции «Биля Сердце», в рамках которой мы привозим детские рисунки и письма, сладости, гуманитарную помощь, продукты питания. А в этот раз, в канун новогодних праздников, мы везем наш запорожский творческий коллектив 333, который выступит на передней линии фронта. Военные уже ждут, думаю, будет очень интересно. В составе арт-агит-бригады 333 люди самых разных профессий. Работники промпредприятий, частные предприниматели и доктора наук. Но цель у них одна – моральная поддержка украинской армии. У нас великолепный творческий коллектив «Арт-агит-бригада 333». На военной терминологии это построились, приготовились и вперед. Вот так и мы, легкие на подъем. Мы свое творчество показываем нашим ребяткам, которые сейчас защищают нашу Украину. Несерьезный коллектив очень серьезных людей. Так о себе говорят музыканты. Арфа не поместилась в машину, вот, поэтому малым составом. Третий год работы в зоне АТО. Были и на Мариупольском, и на Донецком направлении, и в тылу, и на передовой. Место было очень напряженное, потому что буквально вблизи были разрывы, и мы сами увидели, насколько это страшно, насколько тяжело. Стихи и песни о самом родном, о том, что волнует каждого. Хай буде мир, а с ним життя, а із життям кохання. Хай буде мир, і в небуття відправляться страждання. Хай буде мир, бо лиш тоді здійсняться інші мрії. Хай буде мир, і я в труді, в добробуті, в надії. Хай буде мир. Было очень красиво, приятно увидеть. Еще бы хотелось. Очень понравилось. Было весело. Приятно, конечно. Пускай еще приезжают. Веселят нас почаще. Всех телезрителей с наступающими новогодними праздниками. Дорогие запорожцы и гости нашего города, поздравляем вас с наступающими праздниками. Желаем вам всего хорошего и нашему любимому каналу ТВ5. С Новым годом! С Новым годом! Вся правда о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» 3 января в 19:30. О том, как проходили съемки в 2016-м, непредвиденные ситуации и все, что осталось за кадром, расскажет фильм о фильме. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кравец из Донецкой области. ТВ5.